По данным регионального управления Роспотребнадзора, на Ямале за последние сутки получено 22 положительных теста на коронавирусную инфекцию. В лабораториях за сутки проведено более 2500 тестов. Среди вахтовых рабочих, приехавших в округ и из других субъектов, выявлено 7 новых случаев коронавируса. Еще 15 заболевших – это жители Ямала. В Муравленко не зарегистрировано новых случаев. В больницах округа продолжают лечение 133 пациента, 12 из них находятся в тяжелом состоянии. За сутки на Ямале выздоровели 33 человека. Защитить себя от коронавируса может каждый, в округе работает 74 пункта вакцинации. Сделать прививку жители могут во взрослой поликлинике и спортшколе Муравленко. Для удобства прививочный пункт работает и в выходные дни с 9 до 14 часов. На процедуру приглашают всех желающих. На сегодняшний день полный курс вакцинации в городе прошли около 4700 человек.